Всем привет! Сегодня выбрался на природу отдохнуть, порыбачить, половить удочкой. Вот, ловить буду в очень интересном месте. Вот, залив реки, и здесь впадает такой канальчик. На нем сейчас хорошее есть течение, ловить буду на течении. Вот, течение поменялось. Прошлая рыбалка была в одном направлении, сейчас в другом. Я думаю, что это должно быть положительно сказаться на клеве. Рыбачить сегодня будет недолго, потому что обещают дождик. Начинаю где-то с обеда, то есть планирую половить всего несколько часов. Сейчас температура воздуха плюс 9, днем обещают плюс 18 и давление 750 миллиметров. И также вот, по прогнозу давление должно быть понижаться. Я уже собрал вот удочку. Ловить буду вот в этом месте. Вот видите, здесь такое течение. Глубина там небольшая, трава. Вот, постараюсь вдоль травы бросать. Вот, глубину буду делать небольшую. И пока здесь вот собирал удочку. Вот видите. Здесь много всплесков хищника, рыбы. Вот, как всегда, место очень хорошее. Я думаю, что будет работать в любую погоду. Сейчас хочу попробовать половить без прикормки. Прикормку я взял, она у меня магазинная. Вот, ловить буду сегодня на перловочку. Также уловистая насадка. Рецепт есть на канале. И также есть пуфик, как запасной вариант. Вот, это всегда выручает меня, эта насадка. Вот, сейчас приступаю уже к рыбалке. Так, ловить будем с перловки начинать. Сейчас посмотрим, что тут за рыба. Вот ловится, я думаю, плотва, красноперка хорошая. Сейчас глубину сделаем где-то небольшую. Что там трава. По первая плотвичка поймалась на перловочку прямо на течении. Здесь такая рыбка красивая, хорошая. Глубина небольшая. Вот видите, сколько здесь. Вообще полметра. На перловочку. Перловочка сработала. Что рыба здесь стоит. Прямо на течении. Сейчас достанем судок. Будем продолжать рыбалку. Стоит два грузика. Поставил два, чтобы меньше путалось. Вот, снасть на течении. И вот я заметил, поклевки происходят в одном и том же месте. Само течение уже приманивает рыбу тем, что в воде много разного корма, и рыба стоит в таких местах, кормится. Прикормку сегодня буду использовать вот такая. Лещ плотва называется. Прикормка имеет темный цвет. Я уже использовал ее на рыбалке. Так что нормально работает. Сейчас немножко настоится. Буквально 5-10 минут. И закормлю место. Прикормку делаю немножко поплотней. Так как здесь течение, чтобы ее не быстро размывало.
Так, место прикормлено. Сейчас будем ловить. На перловочку. Перловочка лучшая, наверное, насадка на течении. Ну, здесь вот, в этих местах лучше всего работает перловка. Опа, есть. Ух ты. Что-то хорошее. Что-то. Ого. Ого. Кто это такой у нас? Это у нас краснопер. Краснопер. Красавец. Сейчас мы его будем брать руками. Опа! Вот такая рыба сегодня ловится. Видите? Мутанты. Красавица на перловочку. Опа! И только забросил сразу поплавок. Раз, тянуло под воду. Вот, начало течение в обратную сторону идти. Утром было туда. Вот, сейчас обратно. То есть вода сейчас прибывает. Будет подниматься уровень воды. Немножко. Ух ты, есть! Ого! Ого, что-то крупное. Вот это крупнячок. Что-то там на течение взяло так. Плотва хорошая. Видите? Плотвичка хорошая. Красота. Это рыбалочка. Плотвичка. Глубина небольшая. Я так поплавочек по течению пустил. И вот, пожалуйста. Опа. Сюда поближе. Вода поднимается. Потом достать садок хоть. Так, сейчас хочу половить. Вон там местечко есть такое интересное. Уже поймал там хорошую плотву только что. Вода поднялась, пришлось немножко добавлять глубину. Глубина уже где-то сантиметров 60. Вот. Ну и плотва попадается там более-менее уже крупная. Сейчас подойдем сюда поближе, чтобы удобно было забрасывать. Вот так под самую травку. Оп! Есть! Что-то плотва. Поклевочка такая. Прям топит поплавок. Рыбалка. Опа, есть. Хорошая. Хорошая что-то. О, красноперка. Хорошая красноперка. Крупнячок.
подошел. Вот она. Очень жадно берет рыба. Улов сегодня отличный. Сколько я здесь ловлю? Несколько часов уже наловил. Нормально так. Опа, есть. Есть. Ух ты, хорошая. Плотва. Вот это плотвище. Так плотвище. Значит, прикормить место. О, красавица. За губу зацепилась. Все четко. Вот такая рыбалка. Интересная сегодня. Опа. Есть. Хорошая. Вот во. Вот это плотвица. Так плотвица. Это рыбалка сегодня. Удачная. Такая вот рыба ловится сегодня. На перловку сегодня. Есть. Рыбка. Плотва. Такая вот. Опа, есть. Вот это красавица. Красноперка. Рыбалка сегодня удалась. Сейчас буду собираться домой. Пока дождя нет. Вот такая рыбка ловится сегодня красивая. Красноперка. И плотва. Такая вот осенняя рыбалка сегодня получилась. Главный отдых на природе. Так, сейчас вам покажу свой улов. Видите, сегодня вот такой вот отличный улов. Видите. Ловилась плотва, красноперка. Вот. Уловчик отличный. Вот такая вот рыба. Это всего лишь вот за несколько часов рыбалки. Вот такой вот улов. Красота. Закончилась сегодняшняя рыбалка. Было много интересного. Вот сейчас уже буду собираться домой, так как обещали дождь, хочется добраться домой, вот, чтобы не было дождя. Кому понравилась моя рыбалка, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересного. До новых встреч, всем пока!